Друзья, всем привет! Мы находимся на базаре. Сегодня среда, базар в Каньялты. Название Каньялты Биледиеси Ретменевлери Капалы Пазарери. Вот такое довольно-таки сложное название. Базар, еще раз повторюсь, проходит по средам в этом месте. Находится он, не доходя до Каррефура, перед Каррефуром в Каньялты. Большой Каррефур, который в два этажа. Вот он, вот туда, если пройти, то вот там будет Каррефур, двухэтажный, большой. Ну и так, смотрим, сразу же здесь у нас идут яблоки, перцы, виноград какой хороший лежит. Посмотрите, какой классный виноград. Шикарный просто. Лимоны отличные. Отличные лимоны. Здесь вещи, тапки, обувь 15 лир. Кирюша, привет. Здесь футболки, развал одежды, футболок, масса, пять. О, вот Вове. Нет, это женское? Не надо. Мужское. Ага, вот это вот. Прикольная футболка. А, вот тебе такая, а футболки красиво. Сколько стоят? 25. Будешь такую мерить? Нет, не буду. А вот это? У меня есть футболки, зачем они? Здесь у нас футляры с телефоном, чехлы. В общем, сопутствующий товар для телефонов. Здесь опять футболки, развал одежды, 25 лир. Можно оплачивать кредитной картой. На базаре кредитная карта. Вот такая вот этикетка. Пожалуйста, ГЭС натуральный. ГЭС. Размер эска. Аня, ГЭС. Натуральный ГЭС. Нет, это что, фирма? Да, да. Вот такие вот вещи. Тут лежат. Лось. Итак, смотрим дальше. Также кредитные карты. Тут уже по 10 лир. Уже по 10 лир. Сейчас 10 утра, самое открытие базара, поэтому народу пока мало. Рекомендую всегда приходить именно к 10 утра, чтобы был минимум народа. Люди еще только раскладываются, продавцы только выкладывают свой товар. По 35 лир, это уже более качественные вещи. И среди 30... этой одежды уже могут быть натуральные, Zara фирменные, Man. Да, вот Zara Man. Это мужской. Где-то берут со складов и продают на базаре. Спортивные костюмы на раба. Адидас. Здесь, смотрите, что это, кукла, веера. В общем, тут женская, еще вот посмотрите, какая кукла. Здесь у нас фигер.
Тут еще не разобранные мешки с товаром. Ну, в принципе, вот уже все есть. Все выложено, основное. Вот так вот. Тут уже начинаются ряды фруктов, овощей. И с утра вот выкладывают. Смотрите, как выкладывают перцы. Хорошо. Плохие выкидывают сразу сюда в ящик. Не кондицию. А хорошие там выкладывают. Самое лучшее время — это именно вот 10 часов утра открытия базара. Когда вот он только открывается. Нашли классную футболку. Итальянская. Она вот тяжкая? Томми джинс. Или она прямая? Она прямая. То есть она вот тут не будет? Нет, вот у меня, знаешь, тут тяжелая. Тут нет, может быть, я не могу. Берем. Берем. Ну, хотела красную. Что нам за три футболки-то нужно скидку сделать? Вот, друзья, смотрите, футболка. The Squared 2, размер S. И теперь смотрите. Так, настраиваю фокус, чтобы читалось. Made in Italy. Не могу сфокусироваться. То есть это настоящая итальянская футболка. Где-то эти футболки берут, тыбрят, так мягко выражаясь, и на базаре продают. Настоящая итальянская футболка. 25 лир. Обувь 15 лир. Бич. Сумки базар, для базара. Посуда. Различные столовые приборы. Здесь также обувь по 20 лир. Детская обувь. Детское белье нижнее. Байкар. Кстати, Байкар — это хорошая турецкая фирма для по детскому нижнему белью. Очки, ремни, сумки, носки. Бейсболки. Детские носочки. О, Кирюша сидит. Да, мой хороший. Футболки опять мы пришли к футболкам. Итак, переходим в разряд овощей. Баклажаны. Очень классные, хорошие баклажаны. Килограмм 2,5 лиры. Это, видимо, фасоль. Килограмм 4 лиры. 5 лир, да? Томаты крупные, пальчиковые. 2,5 лиры килограмм. Огурцы 3 лиры. Лук 3 лиры за килограмм. Сейчас. Картофель 3,10 за килограмм. Крупный, хороший картофель. Свою ладонь кладу. Крупный, хороший картофель. Лук снова 2,50. И там картофель помельче 2,50 за килограмм. Картошку отбросили, которая по 1,5 лиры килограмм.
большие, огромные арбузы, смотрите какие. Здесь орехи, семечки. Мераба. Проблема. Да. Хороший такой грецкий орех. Да, много всего. Семечки обжариваются. Перцы. Ух, аромат от перцев идет. Хороший, вкусный. Мераба. Зелень. По лире за пучок. А пучки вот такой огромный пучок. Одна лира. Перец 5 лир, килограмм. Красный перец. Вишня. Спелая вишня. Сейчас попробуем. Да. Вишня. Вишня вкусная. Виноград. Зеленый, красный, черный. 10 лир. Килограмм. Инжир. 15 лир. Черешня. Крупная черешня. 15 лир. Килограмм. Персики. Нектарины. 12 лир. Персики большие, огромные. 12 лир. И 10 лир. Посмотрите, друзья, какие томаты шикарные. Огромные, большие. Чеснок. 10 лир. Лимоны. Лимоны хорошие. Лаймы. Апельсины. Байрон. Мераба. Мераба. Арбузы. О, какой классный арбуз. Что здесь? Приправы. Фиолетта. Отойди, деньги дай мне сейчас купим. Мед различный, агденис, кизлик, соли, лампы соляные, бананы 12 лир, персики, мераба 10 лир, инжир по 15 лир за килограмм. Клубника. Клубника 6,50 за полкило. 13 лир килограмм. Виноград по 10 лир. Вот так вот в целом. Вот так вот выглядит базар по средам в Каньялте перед Карафуром. Яйца. Посмотрите, какие крупные. Крупное яйцо. Лепешки. Сыры. Суджук. Масло, сыр. Оливки. Посмотрите, какие разнообразные оливки. Можно взять. Мераба. Снова оливки. Шляпы различные, женские.
яйцо, оливковое масло, сыры. Анна, ты да? Просто тепло подогрето, ну, жаркий такой. А вкус у нас мама. Вообще. Да. Мама его сыграла. Это даже по цвету, как у нас в деревне. Анна, ты да? Дальше пора.